За выпас коровы в городе жителю Махачкалы пришлось выплатить 22 тысячи рублей. Только после этого он смог забрать свой скот со штрафстоянки. Отмечается, что теперь корова, принадлежащая мужчине, дальше домовладения никуда не выходит. По данным мэрии в Махачкале, были усилены меры по отлову безнадзорных животных, а штрафные санкции для владельцев крупного рогатого скота приносят положительные результаты. Если еще год назад они пытались действовать в обход закона, нападать на охрану штрафстоянки или скандалить, то теперь люди выходят на диалог. Уважаемые содержатели крупнорогатого скота, вот согласно постановлению, вы, наверное, уже ознакомились, за отлов безнадзорных животных у нас получается сумма 2467 рублей, после чего каждые сутки содержание 1628 рублей. Вот эта сумма, которая ложится на ваши плечи. Вот эта мера, которая воздействие на вас, скажем так, да, она вообще влияет как-нибудь на вас? Слово даем, если надо будет списывать, то дадим, наши коровы там больше не будет. Главное, чтобы ваши коровы в черте города Махачкала больше никогда не появлялись. Я думаю, на этом наша встреча будет последняя, иншаллах. Думаю, к этому вопросу больше не вернемся.